Депутаты фракции «Справедливая Россия» встретились с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной в преддверии ее ежегодного отчета перед Нижней палатой парламента. Глава Центробанка рассказала, что сегодня есть все основания для развития экономики в целом. Даже несмотря на то, что повышались в этом году НДС и были проинфляционные факторы, мы принимали убеждающие решения, чтобы инфляция была под контролем. И по нашей оценке пик инфляции в марте пройден, сейчас снижается, и мы чисто статистически к следующему году выйдем опять на 4%. Однако тревожным фактором является то, что растут кредиты населению, а не предприятиям. Поэтому среди задач Центробанка она видит охлаждение рынка потребительского кредитования. Кроме того, участники встречи обсудили и другие аспекты денежно-кредитной политики.